Справы выкраданняў палітычных апанентаў Александры Лукашэнкі дагэтуль не раскрытыя. 12 гадоў беларусы чакаюць праўды пра лёсы загінулых Віктара Ганчара, Дмітрыя Завадскага, Юрыя Захаранкі ды Анатоля Красоўскага. Мы не ведаем, ці жывыя яны, але пакуль няма пацверджання смерці, сем'і маюць надзею. Гэтая надзея сталася сэнсам жыцця Уляны Захаранкі, маці міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі, які кінуў выклік Александру Лукашэнку і знік без вестак. 12-ты год яна верыць, што аднойчы ейны сын вернецца і звыкла пагрукае ў вакно. Сваячніца Люба і Кацяня. Вось і ўся беларуская радня Ульяны Захаранкі. Аднаго сына маці пахавала, другога, Юрыя, як 12 гадоў таму правяла ад роднага парогу, той дагэтуль чакае. Я ночу не магу спаць, потому што мне оба сыны в глазах. То адзін, то другі. Я думаю, чы ты, Юра, жывы, чы цябе нема. Валодзю так пахаранілі. Так я знаю, што Валодзі нема. А Юру ж усё, думаю, можа, дай жывы. І ён што-то не паладзіў з тым Лукашэнкам. Ну, ён гаварыў, што мама, он прыцепіўся ка мне, што надо людзей расстрэльваць. Когда разговаривали мы с президентом, присутствовал господин Шеймин, президент говорит, ты должен выполнить мой любой указ. Я ему говорю, Александр Иванович, людей расстреливать я не буду. Конституцию нарушать я не буду. Если ты не выполнишь мой любой указ, тебе наденут наручники. А потом раз его арестовали. Оля ждала, жонка его ужинать. Он сказал, я в 10 часов дома буду. Ждать, пождать, а Юры нема, и сегодня нема. И его на дороге встретила машина. І яго падхватілі ў машыну, і ўсе відзелі, як яго бралі. Цянулі ў машыну, і ад таго разу ні звука, нічога. Сколько пишем и генеральному прокурору, письма пишем, пишем, что дайте хоть какую-то справку, что или умерший, или без вести пропавший, или живой. Ничего ж не дают. Ничего. Мы уже сколько писали, это и все бесполезно, никаких ответов нет. Пришлют, следствие на 3 месяца продлено, следствие на 3 месяца продлено, и больше ничего нет. Работа прокуратуры в этом направлении продолжается. К сожалению, до настоящего времени объективной информации, подтверждающей вот факты их исчезновения, у нас следственным путем и оперативным не установлены. Если 12 лет и ничего не можно найти, так и ничего не можно услышать. Так что там будет? Ничего не будет. Пока эта власть, так оно и будет. У бацькоўскім маёнтку кожны куток нагадвае пра Юрыя Захаранку. Вароты ў двор Юра ставіў, яблыню таксама ён саджаў. І ў пакоі, дзе розбудучы міністр, яго маці зрабіла хатні музейчык. Заходзіць сюды штодня. От это, як ён міністром быў. А это тоже Юра, это ж тоже Юра. А это Юрава дочка. Лена, она теперь находится в Германии. Як Юру забрали, им передавали, что вы убирайтесь, они вас побьют. Конечно, бабушке одной тяжело, очень тяжело. Больше никого нет. Внучата эти в Германии, их сюда не пускают, они сюда не могут ехать. А я туда не доеду, бо палка мало помогает, нема здоровья. А тут у меня загружено таблетками, я только и живу на таблетках, бо если я не выпью лекарства, то мне треба умирать. И я все время плачу, плачу, я не знаю, где душу деть. 12-ты год маці верыць, што аднойчы Юры вернецца і, як звычайна, пагрукае ў вакно. І надзею ёй даюць самыя нечаканыя крыніцы. Варожа на карты, да, на разна. Нідзе не выпадуе смерць. Толькі ён жывой, а на Юру нідзе ніколі плаха карта не выпадуе. Толькі хороша, в общем, перажывання многа каму-каму.
А мне уже хватило слез. Я же ни одну ночь не сплю. Как только я задремала, и кто-то стукает. Он в это одно окно всегда стукал. Я его стук знала. Я думаю, может, это Юра мой уже стукает. Да встану, да по дому хожу одна. Да жутко, або ж нема Юры. Ну, я думаю, что он может быть живый, но где-то далеко заперли и приказали, живый не рыпайся. Так и так может быть. Так я только и жду, чтобы как мне протянуть не умерти, чтобы я его дождалась.